Петрозаводске прошли ежегодные соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников и военнослужащих территориального управления Росгвардии. Участники чемпионата пробежали лыжный кросс на республиканском спортивном комплексе «Курган». Мужчины преодолели 15 километров, а женщины – 5. Участники состязались в стрельбе из боевого оружия пистолета «Макарова». В командном зачете по лыжным гонкам и служебному двоеборью победила команда «Собр», на втором месте «Собр Карху» и третье место заняла команда «ОМОН». Победители представят управление Росгвардии на соревнованиях Северо-Западного округа, которые пройдут в Архангельске в начале февраля.